водителем не общались. Не общались, да? Откуда вы поехали и куда едете? С автоэкспресса, после туриста. После туриста автоэкспресса. Да, вы постоянно так ездите? Да, часто. Часто ездите. Про недавнее ДТП слышали вообще? Да. То есть у вас выхода нету ездить на этом маршруте или есть альтернатива, но вы именно... Альтернатива меня тоже не устраивает, которая с ДТП. Ну, с ПТП. С автовокзала. Все верно. Ну, там тоже часто. А есть в каком направлении? В Ржев. В Ржев ездите? Да. То есть как раз на этом маршруте случилось ДТП просто? Да. В курсе, да? Во-первых, ну, во-первых, то, что берут просто по пути людей очень много, которые вообще нигде не зафиксированы. То есть помимо КАЗ еще подсаживает водитель? Целый битком автобус, просто битком. Понятно. А у водителя, то есть, не было ни запаха, ничего вы не почувствовали? Ну, мы с ним, а что он сидел за рулем? Он же нам как-то никакого, там, вообще ты не касаешься никак. Вы ничего такого не почувствовали? Ну, как бы девушка, что там, они же подходят, смотрят. Как вы считаете, в данном случае, что инспектора остановили, предотвратили беду? Или... Естественно. То есть сотрудники сделали свою работу? Да, почаще надо останавливаться, как бы проверять. Может быть, проверять именно на начальном этапе, а не сейчас, вот когда люди, мы стоим, не знаем, что нам делать. Все, давайте подождем. Олег, может, куда мы берем? Давайте. В состоянии были. Скажите, пожалуйста. Остановили сегодня около 16:24 заказную перевозку. Автобус Мерседес, микроавтобус Мерседес, который перевозил пассажиров по маршруту Тверь-Сычевка. Водитель исходил запах алкоголя изо рта. Соответственно, на основании этого мы его отстранили, предложили пройти свидетельство при помощи нашего штатного прибора в простонародье алкотест. По результату свидетельствования было установлено состояние опьянения. Водитель свое состояние не отрицал, пояснил, что употреблял накануне. Также пояснил, что думал, что сегодня у него будет выходной, поэтому накануне злоупотреблял спиртными напитками. Согласно путевого листа, 5:15 проходил медицинский осмотр.